Здравствуйте, мои котяточки, это снова я. А я хочу напомнить, что вчера у нашего друга Коли Баскова было день рождения, была днюха у него, да. Исполнитель отметил это радостное событие концертом в Баку. Артист презентовал шоу «Игра». По свидетельствам очевидцев, поклонники Баскова задарили его большим количеством презентов. Цветами, букетами, свертками, фалосами, о господи. На концерте Баскова присутствовала дочь президента Азербайджана, Лейла Алиева. Артист посвятил ей песню под названием «Тебе одной». Молодая женщина высоко оценила выступление певца и поблагодарила его. Я быстро подошла к дочери президента Азербайджана, говорю, это, как тебя зовут, Лейла, говорю, Лейла, говори. Лейла открыла рот. Спасибо, Коли, за концерт и за то, что ты с нами в Баку. Желаю всего самого-самого тебе хорошего, исполнения всех твоих желаний. Дай бог тебе здоровья, спасибо, салам алейкум. Ладно, Лейла, заткнись, хватит. Также на сцену концертного зала Баку вышла и невеста Коли Баскова Виктория Лопырева. Блондинка выбрала облегающее платье темного цвета с глубоким декольте, подчеркнувшее ее безупречную фигурку. Модель спела песню Happy Birthday. А нет, нихуя! Коля с радостью поддержал избранницу. Он сказал: «Ну ты у меня красотка!» Пизда с ушами! После концерта Коля устроил ужин в кругу родных и близких, на котором присутствовала Лейла Алиева. Под одобрительные аплодисменты артист, широко улыбаясь, разрезал праздничный торт. Компанию певцу составила его невеста, Вика, да, блять. Затем Виктория дала маленький кусочек десерта Николаю, после чего тот покормил избранницу с ложечки. Играются, блять, дочки матери, нахуй. Позднее Лопырева и Басков устроили зажигательные танцы на радость своим многочисленным поклонникам. Те желали им счастья и любви. А мы всегда... Блять, кто это? Лопырева, комментируй быстро. Лопырева открыла свой рот. У меня рот такой большой. Я всегда говорю о том, что невозможно любить человека и не быть ему другом. Так же, как и нельзя дружить человеком, не любя его. Спасибо, Коленька, твоим родителям за то, какой ты. И вселенной за то, что ты... Ладно, Лопырева, все, заткнись, надоело. Напомним, что Виктория и Николай планировали сыграть пышную церемонию бракосочетания 5 октября в Грозном. Но так получилось, что в этот же день бракосочеталась Диана Шурыгина, блять. Как бы, понимаете, две свадьбы такие шумные, как бы... Ну, Коля капризничался, сказал, не буду свадьбу играть. Снял себе фату и пошел спать. Басков пообещал поклонникам объявить дату свадьбы, когда она станет известна. Вот, он завел себе копилку нахуй и теперь копит на эту свадьбу чеченскую, да. Вот они видео, вот они фоточки, танцы-шманцы. Короче, погуляли наши ребятушки, наши любимые. Так, мои хорошенькие, я от вас по традиции жду лайки, дизлайки. Я люблю очень дизлайки, да, смотрю, мало дизлайков. Тетя Света начинает расстраиваться. Так, ну и что, подписку хочу, мои сладенькие. Впереди много интересного, впереди у нас Новый год. Мы сейчас с Валеркой пойдем в магазин, потому что у нас кончились продукты. Вот, и как бы понимаете, а чтобы сделать компот, надо продукты, а продуктов нет, компота нет. Следовательно, мы на трезвяк сейчас снимаем эти ролики. Нам так тяжело, да, Валера? Да пиздец. Заткнись, Валера. Ладно, мои сладкие, я еще сегодня могу прийти. Хотите, еще раз приду, а? Жду ваших комментариев, мои сладкие. Давайте, пишите там. Валера!